Чемпионат очень подравнялся, да, и перед сезоном было, конечно, не просто собрать команду, потому что много ребят ушло, кто-то уехал, молодые ребята уехали в Россию, мы очень рады за них, как бы это для них другой вызов, новая атмосфера, показать себя. Вот, ну, столкнулись с проблемой, но это пол команды, нужно эта система, привить новым игрокам систему, подвести к этой структуре. Поэтому было очень, ну, скажем, это занимает время. Я всегда говорю, что это занимает время. Если кто-то думает, это очень быстро, раз-раз, и это, поверьте, это не так. Вот, поэтому сезон и такой момент, да, там плюс молодежная сборная, как бы, когда я подвязался, я думаю, ну, будет непросто, но для меня это был вызов, мне было интересно. Как бы пока пазл складывается, да, мы вышли в элиту, мы вроде бы идем третьими, стали третьими в Кубке Беларуси в августе, да, поэтому маленькими шагами мы идем вперед.